просто крепость, а экологичная крепость. Выставка работ молодых архитекторов и дизайнеров открылась в Иванове. Здесь есть совсем юные мастера, 12-13 лет, которые занимаются в кружках, и студенты политеха. Все макеты выполнены вручную, никакой компьютерной графики. Задача для всех авторов была одна – сконструировать свой эко-дом. Это плавность линий. Раз. Это всевозможные экоматериалы, экологичность, экономичность в обслуживании, то есть использование новых технологий, солнечной батареи, энергии ветра, то есть врезание в среду какое-то, большое освещение, то есть дом открытый миру, открытый природе. Экодом можно построить за городом, вписав его в природную среду. Например, жилье можно обустроить на деревьях, как у автора этого макета. Вырубать ничего не придется и полное слияние с природой, как в старые добрые времена у наших предков. Проект второкурсницы Екатерины Осетровой называется «Среди звезд». Он для людей творческих, романтиков. Максимум застекления позволяет любоваться звездным небом по ночам, а днем и вечером экономить электричество. Остекленение, конечно, играет важную роль, потому что здесь можно полностью экономить на электричестве. И еще экологичный дом заключается в том, что он автономен, то есть он может работать даже, когда там не работает электричество, ну вообще во всем городе, и просто он то есть сам себя обеспечивает. Экодом «Среди звезд» автор хотел бы построить в ее любимом Краснодарском крае. Руководители проекта отмечают, ничего нереального здесь нет. Воплотить в жизнь можно абсолютно все проекты. Большинство работ реально для воплощения. Современные технологии позволяют воплотить в жизнь практически все. Цена денег и цена грамотного вписывания в среду, наверное, это самое главное. Потому что какие-то вещи, если вы видите, они сделаны для горных каких-то моментов, лесных элементов. То есть это именно то, чтобы было гармонично, красиво и удобно. На выставке представлены работы 39 авторов. У каждого из них есть шанс быть замеченным работодателем. Выставку спонсирует крупная строительная компания, которая заинтересована в молодых кадрах и свежих идеях. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.